Четыре зуба осталось. Прям, знаете, сейчас сложно будет. Все, сейчас, думаю, захлопнется. Сейчас захлопнется. Есть! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радекс, Васаби, Гусанёк, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня будем играть в очень классную мини-игру, называется «Крокодильчик». И кто умирает, мы будем загадывать желание. Так что это у нас проигрыш на желание. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, давайте я первый выберу зуб. Давай. Покажу, давай. Как это работает. Вот наступаем. Допустим, я вот этот выбираю. Отлично, отлично, я живой. Все, я выхожу. Я, давайте. Да, давай, давай, давай. Так. О, отлично, живой, живой. Зубов не так много. Так что, если следующий ход у меня дойдет, мне уже будет прям очень сложно выбрать. Ах, ты молодец, молодец. Так, Радекс. Сейчас умрет, смотрите. От, блин. Так, а какой же зуб теперь выбрать? Я не хочу желания вашей Галимы исполнять, потому что я уже такое напридумывал. Я думал, что вот этот будет... Фух, слава богу, а так немножко боюсь, потому что, знаешь, ты как захлопнется жестко. Ой-ой-ой, смотрите, четыре зуба осталось. Прям, знаете, сейчас сложно будет. Все, сейчас, думаю, захлопнется. Сейчас захлопнется. Есть! Так, Радекс, ну что, мы теперь тебе будем загадывать желание. Так, желание мое, все должны ему дать по посрачу. Стоять! На тебе! На! На, давай. Давай, Васаби, загадывай ты ему желание. Это один посрач! Подойди к стенке, вот сейчас подойди к стенке. Так. Три. Мы берем вот это. На. Так, и давай загадывай ты ему желание. Вставай тоже в стенку. А что вы ему все стенки загадываете? А, убийство гранаты. Надо было, знаете, что-то загадать, чтобы он сам себя гранатой убил. Было бы вообще офигенно. Так, отлично, нажимаем перезагрузочку. Ну давай, кто проиграл, начинает первый. Будем ему больше шансов давать, чтобы он опять не проиграл. Кстати, он второй раз сольется. Так, теперь я. Я думаю, что в этой серии, я не сольюсь. Я думаю, что так, вот так, этот... Ух. Замечаешь себя экономинус, и ты всегда в серии говоришь, что ты не сольешься и умираешь в этой серии. Да, ну я специально, видишь, проверяю. Че, опять я? Не-не-не, проигравший. Да-да-да. А, фух, думаю, опять я, что ли? Ладно, давай, мы тебе несложное задание, я тебе загадаю. Иди скупайся в водичке. Ты ведь карась. Давай, ты же карась, иди скупайся. Ох, рыбкой полетел. Отлично. Ну все, такое простенькое желание, чтобы сильно его не озадачивать, чтобы не расстраивался. Так, пацаны, загадывайте вы ему желание. Подорви себя базукой. Ой-ой-ой-ой-ой, началось издевательство. На. Ой, красиво. Смотри, Радекс, вот следующий ход. Ты сидишь все время вон там внутри крокодильчика. А не, давай не, так это не будет считаться, он опять сольется. Ты его предлагаешь умереть? Не-не-не-не-не. Давай другое что-то, это будет нечестно. Подойди к стенке. Так. Да блин, а я тут при чем? Хорошо, хорошо. Так, ну давай, проигравший. Давай я уже в этот раз начну. Смотрите, сейчас я живой. Да ладно! Да ладно! Ну началось! Блин, нафига я первый начал? Хорошо, загадывайте мне желание. Кто первый? Давайте я. А, не бойтесь, не бойтесь. Короче, Дим, вставай вот сюда, вот на газоночку. Стою. Ух ты! Вот это именно расстрел. Опа! Опа-па, не попал, не попал. Ладно, стреляй. Ладно, все, не двигаюсь, не двигаюсь. Стреляй, стреляй. Да ну, рахитно стоит. Ну я понял, кто управляет им, оно так и стоит. Последние слова. Я в следующем раунде затащу. Ух ты! Так, давайте, пацаны, следующий кто? Ну давай, да, я. Кто я удалил случайно? Смотри, Дима, спавнишь шину и едешь в воду. Офигеть, ну хорошо, согласен. Начинаются у нас всякие приколы. Ничего, ребята, если эта рубрика зайдет, то я в следующий раз подготовлю очень прикольные такие, знаете, задания, желания наши. Все, заехал в воду, отлично.
Так, давай, и следующий, кто там загадывает? А, я. Давай. Смотри, Дим, встань вот туда в стенку, где я стоял. Началось опять издевательство. Блин, хотел поклоняться. Ну все, все, молодцы, молодцы, поиздевались. Так, ставим опять этого крокодайлуса. Я придумал хорошее задание. Ну давайте, я буду не первый начинать уже, все, хорош. Я первый. Давай, чтоб ты слился, хотя что все, не все пошли. Ай, ты зараза, нет. А, молодец. Молодец. Молодец! Слава богу! Давай, его сэпит я. Так, ну... Чтоб ты слился! Зараза, ну ладно, ладно. Повезло тебе. Ладно! Да ну ладно, ну и что? Ладно, давайте вот этот зуб. Надеюсь, что в этот раз он не запрограммированный будет. Слава богу. Ну все, теперь я точно знаю, что кто-то из них умрет. Ха-ха-ха, отлично. Да, это либо... Давай, 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 давай. Есть, есть. Васаби. Так, васаби, знаешь, какое тебе загадано желание? Взлети. О, сейчас мы кое-что сделаем. Делаем урон, реалистичный урон от падения. Взлети максимально высоко и упади, разбейся. Подожди, что, подожди. Так, настройки сервера, реалистичный урон от падения. Все, давай, возле крокодайлуса падай. А где он? Я его не вижу. Я ловлю. А, вижу, вижу, летит. Крязь, на тебе. Ха-ха, вот это хорошее было желание. Так, пацаны, давайте вы. Так. Ну, васаби, ты сам догадался уже. Ну да, ага. Давай. На, печка, че, духовка, что это такое? Это стиралка. Стиральная машинка. Ну. Теперь несем его сюда. Так. Что? И на голову тебе что-то сбросит. А, я это понял. Это моя идея была. Ну, давай, ты... давай, погнал. Прощай. А мы-то при чем? Это было жестко. Это чтобы не втыкали. Давайте я теперь первый. Ну давай, давай, давай. Саня не был первым. Ребята, не забываем обязательно подписываться на канал, ставить лайкосик и написать классный комментарий. И если будет 3000 лайков, мы сразу запишем эту рубрику. Только более, знаете, интереснее желания сделаем. Накачаем каких-то модов, может. Желание, я думаю, что у тебя... Я выберу свой... Я... Все, да, нажали? Один я остался. Да, да. Вот да. Этот мой любимый зуб. Да ну, ну зуб, ну ты меня подвел. Хорошо, давайте. Я на него хотел встать. Ну блин, а... Ну давайте, пойдем. Загадывайте. Смотри, становись в поле. Так, становлюсь в поле. Сейчас что-то опять будет надо мной издеваться, а? Ай, я тоже такое. А чё ж так слабо? Уже б 100 штук бы кинул. Ловлю, ловлю! Ух ты! Жестко, жестко. Так, давай следующий издевательщик. Давай я. Становись тоже в поле. А вы что, вы полевые люди все? В джайл его на 100 секунд. Ой, ой, прикольно, кстати. На! Жестко, жестко. Так, и давай третий. Мое задание очень простое. Это просто стоять на месте, и я сделаю тебе... Ох ты. Хорошо, я уже придумал тоже вам задание прикольное. Так, ну что, давайте я буду начинать. Не, можно я? Нет, нет, все уже, хорош. Я опять выбираю свой зуб. Я выиграл. Ой, не выиграл, ну, по крайней мере, не умер. Так... Победа. Отлично. Отлично. Так, я сейчас, да? Да, 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 ты. Вы ж не спешите, а то сейчас оставите мне опять зуб. Так, будем по порядку. Ух, слава богу, немножко боюсь, что она, знаете, захлопнется. Во! Я... Ну сейчас закроется, смотрите, сейчас он не угадает. Ну давай. Ну, ты, блин, у нас еще, получается, гусанек не умирал. Да. На, да. Опять я, карась. Я реально хочу уже умереть. Так, гусь-карась, ой. Этот, садись в машину, я тебя взорву в машине. Сидишь? Стой, не газуй, не газуй, не газуй. Я к нему сяду. Ой, подожди, еще раз. Во-во-во, четко, смотрите. Стоп, еще раз. Ой, колесо пробилось. На, это было эпичненько. Так, давайте следующее ему желание. У меня есть, да, спавни машины, садись с нее. Ты ее кинешь, да? Или что ты ему сделаешь? Не, у меня есть поинтереснее задание. Давай, давай. Давай, допустим... Так, бери там хорошую, большую машину, чтобы она ехать могла. Во, ладно. Взял. Смотри, берем эту бомбу. Стой. И все, ну все, желание твое исполнено. Ой-ой-ой, горит жилипа. Сейчас давайте карту очистим, а мы сейчас будем все погибать. Стоп, огонь стоять. Так, давай, третье желание.
Так, вставай сюда в поле. Вот так, подальше, чтобы других не задеть. Так. Я не буду туда близко подходить, то сейчас что-то опять приду, вот ерунду какую-то. И просто стой здесь. О, все, я понял, что он сделал. Воздушный удар. Бум! Всех уничтожило. Это было жестко. Так, поехали дальше. Нам этого мало. Опа. Ну что, кто будет начинать? Саня. Тут вообще шансы всегда одинаковые. Кто не начинает, кто независимо, первый или второй, потому что тут полный рандом. Рандом, да. Дом. Я свой счастливый зуб нажму. Да год! Все, я этот зуб в жизни выбирать никогда не буду. Блин, на. Ну давайте, издевайтесь надо мной, как вы можете. Че делать? Так, ну есть идея. Давай. Я попробую повторить свою идею. Давай. Сань, давай я первый, пожалуйста. Не-не. Ух ты, ладно. Хорошо, издеваетесь, дальше. Спавни машину. Так, сейчас возле облака не буду этого делать. Спавним машину. Три, привари эту бомбу к себе на крышу. Эй, о, давай по-другому сделаем, давай. Ставь бомбу, сейчас, ребята, мы сделаем. И что, врезаться в этой машине в стенку? Не, смотри. Едь, смотри, стреляем по нему. А, вы не попадете. Ой, веревка. Ладно, я врежусь. Я, блин, силу веревки сделал слабо. Там все, хорош. Опять полкарты горит. Ну давай, третье желание. И вставай под этот квадрат. А, ты меня хочешь прихлопнуть, да, жестко? Отпусти его, Радекс, просто. Я помню, так работало раньше. Не, просто отпусти его. Ой-ой-ой, красиво. Что-то физга нам не захотела. Так, все, я первый начинаю. Ух, слава богу, опять боюсь, что меня прихлопнут. Я следующий. Я хочу. Блин. Никогда не верьте, человек. А, вы думаете, что тут зуб постоянно запрограммирован на смерть? Нет. Никогда. Ты что, гусарик, получается, в этом ролике ни разу не умер? Отлично. Так, а кто из них умер? Кто ходил? Я. Машину? О, я знаю, что надо сделать. Давай. Так, мы здесь сделаем. Ты хоть никуда не едь. Надо веревку длиннее сделать. Стоять. А стойте, не психуйте. Все, прощай, щенок. Это была моя идея. А что веревка? Да зараза, веревка. Эй, Гаррисмод, нет, не вылетай. Нет. Вылетел Гаррисмод. Мое желание все было исполнено, чтобы вылетел Гаррисмод. Давайте вы ему загадывайте. Я сделаю аналогично, надеюсь, не вылетит на этот раз. Это не вылетит. То я что-то накосячил. Мы берем вот эту бомбу. Ой-ой-ой-ой-ой. Врезалась, короче, в эту штуку крокодилуса. Так, давай, и третье желание. Не волнуйся, это подарочек. Иди, бери. Это жестко. Нифига себе подарочек. Так, ну что, и последний у нас раунд, и Гусанёк хочет проиграть, да? Да. Ну давай ты тогда один и нажимай, посмотрим, сколько раундов он продержится. Может, до последнего зуба нажмет. Ничего себе, вот везение. Да что ты? Эй, так ты чё гонишь? Ты чё офигел? Да что вы? О, тот зуб вечно невезучий, который я вечно выбираю. Так, хорошо, теперь мы тебе желание. Давай я тебе желание сейчас исполню. Так. Иди сюда. На тебе. Убийство аниматроника. Давай, теперь ты рады. Тоже аниматроника? Давай, мочи его. А превратился в большого, ой, плохого. Так, и третья. Саня, смотри, ты где? Сейчас берешь, летишь за мной. О, ты гигантский. Мы берем такие, заходим в Entity. Так. А, ищем такую хорошую бомбу. Вот, нашли. Ого. Оно такое все здорово. Ничего себе. О, а я думал, она сюда прям упадет. Так. Я хотел последнюю славу, ну ладно. Мы живы все. Если вам понравилась эта серия и эта рубрика, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Давай, вылети, Гаррисмод. Он вылетел. Все как всегда по старой схеме.